Всех приветствую, дорогие мои друзья, у себя на канале. С вами я, Вера, снова. Прошу прощения за мой непредвиденный отпуск без содержания, который длился довольно долго. Дней 20, наверное, я не выходила, не снимала вам видео, не показывала о продвижении своих работ, но отпуск такой закончился. И мы продолжаем работать. Что же у меня было за все это время, дорогие мои друзья? Давайте открою я свою тетрадку и посмотрим. Давайте начнем с марта месяца. Знаете, что у меня здесь было записано и что я сделала. Безрукавка, горчица, удлиненный реглан, погон из пряжи дропс. Я его связала. Я его связала, правда, со многими перевязами и переделками. Поставлю вам небольшое видео, где я в этом красуюсь, в этой кофточке. У меня получилась такая кофточка оверсайз. И все подробности, как я вязала, сколько петель набирала и что вообще у меня из этого получилось, я хочу снять в отдельном видео. Вот. У меня ушла сюда вся пряжа, которая у меня была. Осталось вот на иголке вот такое количество пряжи. Я думаю, что мне это должно хватить, чтобы потом пришить пуговицы, которые я еще не покупала. Просто пришлось мне зашить и постирать эту кофту. И, в общем, она у меня готова, девчонки. Но о ней я хочу поговорить в отдельном видео, чтобы не занимать много времени именно в вязальном влоге. Так что ждите продолжения видео по готовой работе с этой кофтой. Дальше. Джемпер слонимский малахит я тоже закончила. Мотив звезда Сириуса. Я связала еще один мотив. Да. Я связала еще один мотив. То есть у меня был мотив до этого связан один. Вот у меня был один запасной, на который я смотрю. Затем я связала мотив и связала еще один мотив. Так что у меня здесь связано два мотива. Да, какая я молодец. Было еще, значит, еще один мотив был связан. Что такое плед? Сириус, это значит плед, который вяжется из мотивов. Вяжется каждый мотив отдельно, а потом все это сшивается и соединяется. Так что продолжение этого пледа, надеюсь, будет. Убираем в сторонку. Дальше что у меня? Кардиган белый из бобины вискозы. Давайте я о нем сейчас чуть-чуть попозже расскажу. А вот голубой джемпер с V-образным вырезом, он у меня двигается, девчонки. Я его продолжаю вязать. Правда, потихоньку, полигонечку я его продолжаю вязать. Здесь у меня еще одна готовая работа. Это детское платье. Я вам его тоже потом покажу. И здесь еще есть начало новых работ. Итак, джемпер голубой с V-образным вырезом. Вот такой вот он сейчас у меня уже большой. Я его вам так покажу. Здесь связаны оба рукава. Вот так вот с убавками рукава идут. Пряжа бэушная, то есть... Так, ну вот эта вот кофточка у меня на данный момент вот в таком виде. Просто я хотела вам показать, как она на мне сидит в данный момент, и себе тоже на себе посмотреть, как это есть. Рукава 3/4. Я не люблю длинные рукава, поэтому и когда у меня длинный рукав, я все равно его постоянно подтягиваю. Поэтому я решила, что длинные рукава здесь вязать не буду. Значит, вот так вот сидит сейчас кофта. Уж, пардон за мой внешний вид. Ниже спины. Но я думаю, что здесь все это потом сядет, усядется. Здесь выточка.
рассеянная выточка идет, то есть не так, как мы вязали или сверху, а здесь рассеянная выточка идет, поэтому здесь она шире чуть-чуть, спина, естественно, это вот так вот, что ли, вот на таком этапе, девчонки, вот так. Я думаю, что получится неплохо. Здесь у меня вот, вот такой вот моток еще остался. Довяжу это все вниз, сколько хватит. Ну и модель будет готова. Это был распуск одной кофты, которую я когда-то вязала, поносила, но она мне стала маленькая. Я ее распустила благополучно. Я там ее одевала, это всего пару раз. И решила просто перевязать. Это хлопок с акрилом. Бобинный хлопок был. Был и есть. Но здесь я его вязала в три нити. Так он у меня и остался. То есть три нити я так и оставила. Спицами вяжу 5,5. И вот с такими вставками. То есть из дополнительной пряжи с люрексом. Я сюда продергиваю вот такие вот нити. Что мне здесь остается довязать, это низ изделия. Я решила сначала связать рукава, а потом уже все остатки, которые у меня будут, я буду вязать его вниз. Вот такой вот у меня еще бобик остался. Я думаю, что это мне хватит за глаза. Ну, сколько хватит, там будем, в общем, вязать. Также продолжаю снизу вставлять вот эти вот полоски с этой стороны. Так что пардон, потому что пряжа бэушная. Но я думаю, что это не повредит полноценному моему изделию. Так будем одевать на улицу. Скоро у нас уже совсем-совсем будет тепло. И так уже плюс 15 днем. Но ветер еще холодный, весна еще... Как говорится, впереди. Я вам не сказала, какое число, да? Но 26-я ночь. Вот этот вот голубой джемпер своеобразным вырезом у меня вяжется. И я надеюсь, что я его завершу к концу месяца. И все будет в порядке. Ну, теперь давайте про белый кардиган я вам расскажу и покажу, что у меня получилось. А с кардиганом у меня... Ничего толка не получилось, девчонки. Я его засунула в пакет. Вот так вот у меня сейчас лежит. Потому что я его буду полностью распускать. Так. Здесь у меня связаны рукава. Оба рукава готовые. Вот второй рукав. Первый рукав, второй рукав. И... связана до низа. Здесь я уже выходила на резинку в конце. Прежде чем вывязывать низ этот, я кардиган, знаете, что сделала? Постирала, потому что мне надо еще вязать. Ну, хотела делать еще обвязку, планку мне надо делать. Я его постирала. Так как это была, есть пряжа вискоза на шелке, с добавлением пряжи Alize Lana Gold Simli, это который в 500, в 100 граммах 500 метров, да, ну видите, он такой блескучий, я надеюсь, видно, не видно. В общем, знаете, девчонки, я его распущу и свяжу из него свитер, то есть не кардиган, а именно свитер. Почему? Вискоза есть вискоза. И он тяжелый. Он тянется и вытягивается в конце концов. Потому что я хотела, ну, как бы длинный кардиган. Вот сами посмотрите, да, сколько оно у меня тут. Вот подрезы, да, и вот сюда вот еще плюс резинка. Ну, нитки есть еще, можно было вязать. Но, знаете, я вовремя остановилась. И дочь тоже, когда посмотрела, говорит, мам, а что ты
свитер не свяжешь. Такой объемный, с косами, белый свитер. Классно же, говорит, будет. А у меня уже такая мысль была. Честно. Честно. Такая мысль была. Поэтому я выдернула спицы, засунула его в пакет. И полежит он у меня до лучших времен. Эта пряжа вискоза на шелке не для кардигана. Ну, может быть, производитель, когда делал такую смесовку, он думал, может быть, я не знаю, для чего. Ведь каждый производитель, который миксует такой вот состав пряжи, он, наверное, заранее думает, какое изделие потом из него получится. Но кардиган из этого вязать я не хочу. Я свяжу из него потом свитер. Вот. Такой, знаете, с высоким воротом, чтобы воротник, горловина, ну, вот так вот подгибалась. В общем, теперь я понимаю, что это такое и что от нее ожидать из этой пряжи. Вот. Так что фокус не удался, но ничего. Я думаю, что еще все впереди. Поэтому я эту работу откладываю. И за место этой работы я вам покажу готовое детское платье. Итак, кардиган мы вычеркиваем и делаем вместо сюда детское платье. Детское платье. Вот это платьице, которое я вязала крючком. Откуда что взялось? Ну, последнее мое видео было, или предпоследнее, там, в котором я рассказывала про пряжу 5-рублевку, да, чтобы бобинки у меня появились. И появилась у меня моталочка моя, малютка, малышка. Ну и как-то, и я, между прочим, пока вот, как говорится, была в отпуске неоплачиваемом, я болела. Простуда, горло, кашель, потом у меня какой-то депресняк был. Ну, поэтому я и говорю, у меня был отпуск без содержания. Теперь все наладилось, родилась новая луна, и, значит, со всеми силами будем вперед. Так вот, я тут, короче, миксовала остатки, которые у меня были. Значит, был такой зелененький у меня, такая небольшой бобик зеленого. Был у меня остаток такой желтый, вот этот есть, это вискоза желтая была. Вот, я это, короче, все давай на своей моталочке перематывать. Зелененький вот такой вот собрала, вот такой вот собрала. Жалко, что я вам не показала полностью свои бобины, но я фотку поставлю, я успела это все запечатлеть. Вот. Ну и что? Ну вот, когда такая вот больная фантазия, да, когда человек болеет, и когда у него еще температура, ничего такого вязать не хотелось, а вот думаю, дай-ка я свяжу платьице. Простое платье крючком. Я его быстренько-быстренько связала. Здесь рисунок вот такой вот получился у меня зигзагом. Да? Вот из этих смесовочек вот из этих. Ну, об этом платье я тоже вам расскажу подробно в отдельном видео, ну, чтобы не занимать ваше драгоценное время. Вот. Вот такое платье у меня, значит, получилось. Я очень рада, что у меня есть теперь моталочка. И я перематываю все, что можно. Да-да. Даже вот такие бобинки намотала, видали? Но об этих бобинках сейчас я вам тоже покажу. Так что у меня есть детское платье, готовая работа. И я себе ставлю плюсик. Вот здесь вот тоже плюсик мы это свяжили. Джемпер малахит мы связали, я вам его показывала. И безрукавку, горчицу я тоже связала. У меня получается раз, два, 3, 4, ну и вот голубой джемпер, я думаю, что до конца месяца я довяжу и вам тоже его покажу. Ну а теперь давайте перейдем к тому, что у меня еще
на спицах и на крючке, дорогие мои. Начнем вот с чего. Вот с этой бобины. Так, в этой бобине у меня 600 грамм, 50 граммах 160 метров, это 100% хлопок. Бедная моя бумажка, как бы ее не потерять потом, чтобы она у меня не потерялась, ну, чтобы потом в заключение я могла это вам все показать. Ну, здесь конус, на конусе ничего не нарисовано, ничего не написано. Такая бобина мне досталась, но состав, хоть и написано 100% хлопок, но пряжа, она такая, как сказать, как велюровая, что ли, вот такая вот. Фокус ловится, не ловится. На чем бы показать потемнее? Вот так вот на телефончике покажу. Вот такая вот. В общем, с этой пряжи я долго не знала, что вязать, как вязать. Я ее пробовала спицами и крючком, но как-то она у меня не ложилась. И она зашла у меня в долгий ящик, как говорится, ушла. Но на днях что-то меня клюнуло. А клюнуло меня вот что. Мне понадобился простой жилет. То есть не жилет, а безрукавочка. Безрукавка. Ну вот, сейчас, допустим, сейчас уже чуть-чуть потеплеет, и выйти на улицу, чтобы так на футболку накинуть или на платье накинуть жилет, и чтобы был карман. Самое главное, чтобы был карман. И я недолго думая, мне почему-то так захотелось именно взять вот эту вот бобину и с нее связать. Да-да. Так мы и сделали. Я взяла эту бобину, взяла крючок и начала вязать. Ну так и быть, ладно, покажусь. Значит, на данный момент это выглядит вот так. Стороны спинки. Здесь будет обвязка рукав, и здесь будет привязана планка. Так что как-то так. Ну, естественно, это не на майку. Снизу будет какая-то верхняя одежда. И я думаю, что это будет нормально. Есть росток. Со стороны спинки я сделала азиатский, как говорится, удлинила просто спинку. Здесь удлиняла передние полочки. Ну, будет нахлёст. Ну, как-то так. Вот на данном этапе у меня вот что получилось. Так как здесь 600 грамм и здесь 320, да, получается 320 метров, да, 100 граммов, да, 320, потому что 50, 160, 320 метров, это почти такой же метраж, как был на вискозе, на белой вискозе, ну, вот этот неудачный кардиган. Ну, кто следит за видео моими, тот в курсе о том, что у меня там крючком мало было, в общем, на крючок это не пойдет. А вот без рукавку, то есть без рукавов, крючком я себе свяжу. И вот что у меня получается. Простой узор, 4 столбика, 1 лицевая петелька и все. От горловины набор петель, здесь реглан, добавление петель, и вот здесь вот получается, когда здесь же вы поняли, что V-образная горловина идет, вот тоже отсюда, вот видите, конец, да, нити, то есть здесь добавлялись петли на второй реглан и добавлялись петли на полочку, то есть полочка с добавлением идет. Я вам задом наперед показываю, да? Вот так вот. Значит, здесь до сюда, вот до этого момента я набрала
62 петли воздушные петельки, крючок 4,5, и распределила, значит, 28 петель сюда, затем по 15 петель на рукава, и здесь уже пошли прибавки на реглан и прибавка на V-образный вырез. Все, я вывязала длину проймы, сделала здесь удлинение спинки, ну как бы росток, да, сделала удлинение спинки, а потом соединила все вместе, сделала подрезы, добавила еще 12 петель, вот, и теперь все вяжу туда-обратно, туда-обратно. Скажете, здесь сильно широко, пускай будет пошире, ничего страшного. Потом здесь будет обвязка, я так думаю, что здесь будет резинка крючком, лицевая, изнаночная, такая грубая резинка обвязка, ну и естественно будет обвязка на полочки, то есть на планки вот эти вот. Так что вот такая вот у меня работа. Почему взялась за крючок еще? Ну потому что вот этот синий пуловер, да, с V-образным вырезом, там толстые спицы, он такой тяжелый, мне его переворачивать надо, руки прям устают, провяжешь там сантиметров 7, да, 6-7 сантиметров, уже руки начинают болеть, но он тяжелый уже, потому что там рукава и все есть. Хотелось что-нибудь полегче. И вот вчера я начала вязать, и сегодня вот немножко его тоже провязала. Так что будет у меня еще и безрукавка. Так, мои записи. Значит, это будет уже следующая работа, это будет безрукавка крючком. Я думаю, что я справлюсь. Ну, может, до конца месяца не справлюсь, кто его знает. Хотя еще дня 4. Ну, наверное, вряд ли. Может быть, перейдет на следующий месяц. Посмотрим, сколько я вообще успею что сделать. Итак, эту работу я вам показала. Дальше еще одна работа, которая на спицах. Что же это за работа? Ну, в общем, получается так. Ну, в общем, перематывать свои остатки я продолжала на своей моталочке. Значит, вот это вот остатки у меня хлопка, которая у меня осталась, бобина от моей туники, которую я вязала в прошлом году. Я ее тоже перемотала с конуса, чтобы, ну, как бы, ну, нравилось мне мотать на моталке. Я как ребенок с новой игрушкой. Я, в общем, перемотала и вот эти вот остатки смиксовала, которые я вам показывала на платье. Вот это вот я смиксовала. Потом вот это вот я намиксовала. Это тоже хлопок. Вот это вот тоже хлопок я смиксовала. Это намотала тоже на моталке. Вот. Было у меня вот такое вот начатое изделие. Это шестиугольник. Когда-то, то есть вот так вот, да, если это шестиугольник, да, понимаете, да, о чем я вам хочу рассказать, показать, да, вот, то есть вот так вот, да, вот когда-то начала вязать, но так он у меня и, как говорится, и воз и ныне там. В общем, это все. Если вот эти не закончишь, то она и не закончится никогда. Все останется в недовязах, а потом уже и настроение упадет на то, что ты там задумала, и все это потом это. Ладно. В общем, вот эти вот два бобика у меня. Вот этот вот бобик у меня. Так, камеру чуть-чуть. И, значит, есть вот такой у меня еще хлопочек. Вот такой вот хлопок. Сколько здесь метров на 100 грамм, честно говоря, не знаю, не помню. Не важно. Из этого хлопка я вязала
детское платье когда-то. В прошлом году тоже внучи вязала. Вот этот хлопок у меня остался. Я тогда боялась его вязать спицами. Для меня казалось, что это так тонко, что это так непривычно для меня. Но и вот этот вот тоже хлопок я тоже вязала крючком, хотя его прекрасно можно было вязать и спицами. Я тогда почему-то боялась. Мне казалось, что это слишком тонко. Дура. Дура, да? Надо было вязать спицами. Потому что, вот посмотрите, что у меня сейчас на спицах. То есть я решила связать еще одну летнюю кофточку. Это вот этот серый хлопок. Вот этот вот, ну или графитовый он какой-то, не знаю. Это значит горловина, а вот это вот белый, вот это вот бобина. Что получится, пока, честно говоря, не знаю. Здесь реглан погон на 5 петель. Прибавки, правда, вот здесь вот грубые, потому что здесь оборотные ряды шли из-за ростка. Ну, я думаю, что потом это как-нибудь скрасим. Ну, здесь уже, конечно, когда идут просто прибавки в каждом лицевом, здесь уже более симпатично, здесь немножко порнография. Ну, полихомуха, что ж теперь-то? В общем, хочу попробовать еще один эксперимент. Таким же удлиненным регланом, погоном на 5 петель. Ну, и какого-нибудь там полосатика сделать. Что тут, что из него получится, пока точно не знаю. Вот. Вязать мне, я думаю, мне его долго придется, потому что все-таки это троечка спицы. Вяжется, ну, как бы, долго. Потому что с каждым оборотом прибавляется по 4 петли, и количество петель прибавляется в геометрической прогрессии, а длина никак не увеличивается, очень медленно увеличивается. Я вот тут вот, значит, поставила сегодня отметку вечера, вот когда села вязать, и вот эту длину я провязала. Сейчас я перед вами перевешаю маркер. И сколько я провяжу в следующий раз, я не знаю. Здесь я отметку повесила, количество прибавок. Ну, на реглане сколько у меня количество прибавок идет и какую длину мне надо вот эту вот погону. Пока нету никаких расчетов, ничего нету. Вот вяжу просто наобум, на глазок, как говорится. В общем, что из этого выйдет или не выйдет. Здесь получается лодочка. Ну, такую вот лодочку хотела. Вот, не так, как в малахите, чтобы под горло было, а вот чтобы такая лодочка была удлиненная. Вот. Резиночку здесь связала скрещенная лицевая, ну, чтобы сильно не растягивалась. Эксперимент. Поживем, увидим. Ну вот, в общем, что получается? Здесь у меня около 200 грамм, и тут 200 грамм, даже 230 грамм. Общая сложность, наверное, вряд ли чуть-то хватит, не хватит, не знаю, но если что, может быть, вот этот вот добавлю туда. Поживем, в общем, увидим. Так что я пока запишу, что у меня есть, я не знаю, как это называется, летняя футболка, пускай будет, летняя футболка из хлопка. Ну, а там, как говорится, поживем, увидим, что у меня из этого получится. Итак, на сегодняшний день у меня раз, два, три готовых работы. Сегодня 26 марта. На этом все. Спасибо вам за ваши просмотры, комментарии и за лайки. Обзоры по готовым изделиям будет в отдельном видео. Всем пока, не скучайте. Скоро увидимся. Пока.